Так, друзья, всем привет, с вами Эрнесто, я продолжаю играть на Arizona RPS Saints Row, и в этом ролике мы решили устроить с тем же подписчиком, что и был в одном из роликов, который проиграл 70 миллионов, гонку на Launch Infernus'е против Turismo Twin Turbo. То есть сегодня мы как раз таки затестим, что же мощнее, Twin Turbo или Launch Control. Я буду очень рад, если вы поддержите данный ролик лайком, а также, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то прямо сейчас жмите на красную кнопочку подписаться и рядом с ней устанавливайте колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать, когда у меня выходят видосики и стримы. Также напоминаю, что я читаю абсолютно все ваши комментарии, все ваши пожелания, все ваши предложения. На самые лучшие отвечаю, лайкаю и так далее. В общем, спускайтесь вниз и оставляйте комментарии. Ну а мы приступаем к нашей гоночке. Так, ну что, давайте предлагаем ему гоночку. Так, у него туризм Twin Turbo, вот видите надпись, а у меня Infernus Launch. В принципе, я сам не знаю, что сильнее, что лучше, как кто быстрее разгоняется и так далее. Просто... Лаунч против ТТ набора. Ну это пиздец, сейчас мы посмотрим этот разъеб. Короче, делаем так вот, вот так вот. Выбираем, наверное, полиция Сан-Фьеро. Ставим 5 миллионов в ставочку, потому что он сам попросил максимальную. Ебать, я двигатель даже не завел, пацаны. Начинаем. Блять, сука, я тупой. Олень, вообще пиздец, просто конченый, пацаны. Я даже лаунч-контроль не зажал, это пиздец. Ох, ну он летит-то грамотно, слушайте. Но я лаунч-контроль даже не зажал. Я специально вырубил, кстати, ENB, чтобы меня меньше лагало. Так, у меня нитро еще есть, отлично. Давайте, 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 давайте. О, блять, ну сука, его сложно догнать, слушайте. Это равное какое-то противостояние, я же заговариваюсь. Ага, ебать, ага. Ага, 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 ебать, да ну нахуй. Так, едем, едем, едем. Блин, я просто забыл зажать лаунч. Но хули уже делать, как говорится. Блять, я просто не могу разговаривать, когда тут идет ставка 5 миллионов. 5 миллионов это не маленькая сумма. Нет, ну я его не могу догнать, вы посмотрите. Это просто какая-то бешеная гонка. Возможно, если бы я зажал сейчас лаунч, то я бы его опередил. Но я просто-напросто про него забыл. Так, мы едем 270 км в час. Ай, сука, ну я не знаю, что из этого сейчас получится. Тут не только зависит все от характеристики машины, тут еще зависит от того, насколько кому повезет. Ой, главное еще не улететь никуда и так далее. Так, ну я его, по-моему, обогнал, пацаны. По-моему, я его обогнал, сука, нет, он меня все равно... Впереди меня, блядь, ну пиздец, все, приплыли, приехали. Еще у меня какие-то фризы идут конченые. Блядь, сука, стой, засранец. Ну все, он, короче, выиграл по-любому. Туризм еще вроде поуправляемее будет, чем Инфернус. Все, он выиграл 5 миллионов у меня. Бля, я забыл лаунч зажать. Че-то лаунч хуета. Так, сейчас мы починим машину еще. Все, починил. Так, и все, предлагаем новую гоночку. Так, давайте выберем, наверное, ЖД... Нет, давайте выберем, наверное, мэрию. 5 миллионов я уже просрал, а сейчас ставлю последние бабки. Так, 10 секунд остается, пацаны. Ебать! Стой! Не едь! Лаунч не работает. До 5. Блять, короче, это полная залупа, пацаны. Лаунч нельзя использовать в гонке. Вот это вот вообще зашкварно. Ёбаный в рот. Ёбушки, ебать нахуй. Ну пиздец. Вот этот трамвай, блять, вообще тут не в тему сейчас был. Я хуею. Так, все, я ему говорю, давай до 3 и погнали. 3. Ебать. Давай, го-го-го-го-го. Ёбаный в рот, сука. Вот это лаунч, блядь, показал себя. Вот это он показал, блядь. Вот это пиздец просто. Разгон просто невъебательский. Пацаны, вот за это точно лайк. Вот лаунч зарешал сейчас чисто все. Просто ТТ выебал в клочья просто. Вы посмотрели просто на старте. Он рванул сразу на километр вперед. Тут каждый ТТ будет сосать, мне кажется, по сравнению с лаунчем. Просто видите, в чем минус? Функция лаунч не работает в гонке. То есть пока нельзя будет ехать, вы его не сможете зажать. Это на самом деле хуево. Ну реально, это плохо. А так, вы сами все видели, просто он остался позади. При том, что он поехал самый первый, я только через где-то секунды две отпустил лаунч и поехал. Вы это пизде... Блять, иди отсюда, Хантли конченый. Сейчас вы увидели плюс лаунча. А так, без зажатия вот этой кнопки, в принципе, он нас первый раз и выиграл. Не, он у меня как бы на хвосте, слушайте, это как-то херовенько, мне кажется. Вообще, по сути, на старте я его в любом случае выебу. Ой, как я поехал неудачно, какой я дебил, сука, он через мост поехал, блять, еще пожарка конченая. Ну все, сейчас походу я последние бабки свои солью. А тут еще шлагбаум, ебана в рот. Ну короче, все в пользу меня. Слушайте, просто минус десятка почти за сегодня улетела за ролик. Минус 10 миллиончиков. Уйди, уйди, Серега, блять, не мешай, ебана в рот. Он уже, наверное, там, блять. Пиздец. Я, короче, сам тупанул. Ой-ой-ой, блять, как же я туплю, сука. Все, ну это пиздец.
Но зато я проверил, что лаунч реально это пушка. Только почему она не работает вот в гонках, это вообще на самом деле печально. Все, он победил, он поехал по другой дороге. Ну, короче, вот так вот, пацаны. Я лишился 7 миллионов, но зато мы затестили эту гонку, эту систему. Да, на старте пуляет она неплохо. Я через рельсы просто поехал. Да, на старте эта пушечка ебет просто, только так. Так, 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 ну-ка, смотрите. Ёбана в рот. Не, ну это просто мощно, реально мощно. Ну что, друзья, я надеюсь, вам этот ролик понравился, вы поддержите своим лайком, конечно же. Также, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мои новые ролики и стримы на канале. Также не забывайте про уведомления, то есть колокольчик. С вами был Эрнесто, всем огромное спасибо за просмотр, всех обнял, всем до скорых встреч, пока-пока.